Всем добра, всем бобра, доброе утро, добрый вечер. Симулятор санок у нас сегодня. Он почти добрался до финиша. Сука. Ладно, симулятор санок — это самая охрененная игра, в которой можно ехать и издеваться с зефирным чуваком. Так, хватит этих жалобных музык. Так, ладненько, давай-ка. Вот пасхалочка, вот тут пасхалочка какая-то, тыква. Да ты дурак, куда ж ты полетел? Посоветовал мне ее друг мой Димка. Вот мы, короче, собрались с нашим зефирным куском и записываем. Звуки заметили, откуда звуки нажимания на кнопку? Ставьте лайк, если узнали, и пишите в комменты. You win. Спасибо, Кэп. Короче говоря, игрушка интересна тем, что здесь можно такое творить просто. Вот эти вот звуки, это, конечно, смешно. В общем, чем она интересная? Да она смешная, угарная, издевательство над зефирным этим придурком. Ну, это не зефир, конечно, далеко, но все-таки такое что-то, пародия. Но все равно ржачно. Короче, в игре пока 5 уровней. Я не знаю, Дима, может, я скачал просто бета-версию, поэтому она так и называется. Не знаю. Уууу, и нахрен полетел просто. Вот этот уровень меня просто доставляет. Тут такое можно вытворять, зацените. Короче, типа разгоняемся, нам надо, в общем, понятно, куда проехать финишные ворота. И тут такой... Ой, боже мой, какая досада! Да, его прям распидорасило. Так, ладно, я тут вроде бы наловчился, даже могу дрифтануть между двух деревьев, вот так вот проехать, потом разогнаться, и как-то у меня получалось даже так жирно вылететь. Ёбаный в рот! Пух, нахуй! Пух, блин! И все, и жопа. Короче, игра проходится очень быстро, но с долей позитива и интереса. Тормозить здесь нельзя, можно вот так вот бочком дрифтовать. Собственно, от этого ничего не меняется, но вроде бы как скорость немножко преуменьшается. То есть, видите, да, вот я... Вот получится же, получится, давай. Опа. И покатился. Бух, барабанная дробь. Вот как-то так. Ну, игрушка довольно интересная, жалко мало уровней. Если будут уровни еще, я буду по ней записывать. Было бы классно, если бы в этой... Лучше бы тут звук был что-то типа тум-тум-тудум-бум. Ну, в общем, фейл, короче, звук. Какая досада. Мне так нравится, как этот чувак разбивается. Сделан он на юнитевском стандартном этом редакторе. Просто жесть. Так, я не понимаю, я этот уровень вроде бы довольно легко проходил, почему я сейчас не могу его пройти? Что мне мешает это сделать? Наверное, зефир! 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 Давай! Давай, ты сможешь! Нет, зефирный человечек, давай же! У тебя получится, чувак, давай! Вот, почти, молодец! Да и пофиг, что с другой стороны. Вот это последний уровень, будет короткий обзор. Но вот этот уровень надо проходить... С ужасным этим профессионализмом, то есть не упасть ни в коем случае. Ну что ж ты так. Да, он иногда тут шмякается так, что прям разрывает на смех. Я не знаю, я первый раз играл, мне эта игрушка капец как понравилась. Я вот этот уровень перепроходил, наверное, раз 20 или 15 точно. Ладно. И понравилась игра, понравилась. Особенно с видом от вот первого лица, это вообще управлять, конечно, очень сложно, но так намного интереснее. Но это же симулятор санок. Ах, хорошо, раз пидорасило. Я не знаю, честно говоря, почему это симулятор санок, это вроде бы... То есть, ну, как бы... Даже и не симулятор никакой. Так, вот тут я затупил, я забыл! Ай, бля... Я вспомнил, как тут надо проходить. Надо не по вот этой вот фишке ехать, а по низу, короче. Тут надо притормозить. Только тормозов-то у нас тут нет. Да хорош своей скрипкой играть, уже достало. Я знаю, я вспомнил, как надо проехать.
Так, давай. Вот тут, короче, надо... Бочком, да не падай же ты, дурак. Да стой, давай. Во, ты ёшкин дрын, а. В общем, там надо просто по низу проехать, и у вас все получится. Бух. Жалко, нельзя этим персонажем двигать. Он, короче, вообще там раком развалился, бедняга. Такая вот игра, да. Ну, прошел бы этот уровень, если бы мне было не впадло. Ну, понятно. Игрушку можно скачать, попробовать пару раз. Так, чисто развлечения ради. Вот что происходит сейчас? Вот что происходит? Он ногу потерял! Врача! Медик! Медик! Что происходит вообще? Жесть! А что это у него? Подожди, а что это за часть тела-то у него отвалилась? Нога, что ли, или? А, это, блин, ботинок, ступня это. Ой, жесть. Короче, ладно. Всем пока, а то YouTube забанит меня за музыку.